Вот, а все рассказывай. Круто, все, что рассказывай. Показывай, это санузел. Санузел, полотенцесушитель, инсталляция, гигиенический душ. Очистная, очистной люк для щитоносной трубы. Там для дымохода. Там коллектора. Тут душ. Светочки, потолки, мозаики, все такое. Душ с сиденьем там. Сюда тоже? Подоконник, мрамор, врезанный в стены в газобетонные. Еще подоконник. Лепнина натуральная. Входная дверь. Гараж. Просто потеет. Здесь пока выход в сад. Гаражные ворота. Сюда или сюда была? Можно открыть? Щит как щит. Такой. Ну ладно, защелкивается. Здесь будет бородилка. Морозилка? Туалет. А, гладилка. Для домашних животных, для собак, для кошек. Здесь будет стиралка и сушка. Душевая. Котельная. Значит, рядом стиралка. Еще будет. Все в миллиметрах. А это не основное. Гостевой санузел. Здесь по-простенькому все. Гипс только карниза, ну и плитка. Кухня монтируется. Кухня с острова. Там кладовки. Вытяжки. Это натуральный гипс. Везде. Все элементы. Керамогранит, имитирующий дуб. Паркет. Гостиная. Камин натуральный, действующий. Шиделевская система. Лестница.
на второй этаж. Потолки будут натяжные, поэтому из гипсокартона выполнены только промежуточные короба. Фанера. Здесь будет встроенный шкаф. Короб гипсокартонный. Ну, подоконники, мрамор. Натуральный натяжной потолок будет. Розетки, как полагается, везде. Видите, здесь стол будет стоять. Поэтому розеток много для подключения аппаратуры и техники. Спальня. Гипсовые элементы. Здесь можно выйти на балкон. Фасад утеплен пенополистиролом. Двойной базово-армирующий слой. В качестве облицовки кирпич ручной формовки порезали на плитку. И вот приклеили. Пенополистирол 150 мм. Карнизы все из пенополистирола. Здесь видите базово-армирующий слой. Декоративку еще не наносили. Пока ремонт не закончен, декоративку чтобы носить. Чтобы ничего не испачкали, не угваздали. Потому что что-то происходит вечно. Была возможность подмазать, исправить. Если что, где-либо заденут, зацепят. Продолжим экскурсию по дому. Видите, санузел. Душевая. Здесь просто часть вещей используется как временный склад. Здесь будет натяжной потолок. Лепнина гипсовая. По периметру на коробах. Там кровля. Это гардероб, комната гардеробная. Сейчас пока используется. Рабочие спят здесь. И хозяйский санузел.
здесь плитка, соответственно, будет все выложено плиткой. Туалет, инсталляция, душевая кабина, ванная. Так что так вот. Плитка ручная. Между прочим, очень скачет размер, очень неудобная в работе. Не советую. Но в итоге побороли ее кривость и все сделали. Так что вот так вот постепенно все движется. Кошки такие. Дом из газобетона на УШП. Стены, коробку, кровлю делал Саша Земсков, компания Baubuild. Мы фасады и внутренняя отделка.